Если свежий слой снега чистится легко, то для того, чтобы справиться с промерзшей ледяной коркой на асфальте, нужно хорошенько потрудиться. Сначала дорожные рабочие разбивают ее инструментом вручную и только после этого сгребают в кучи. Расчистку дорог в Кировском районе Самары с начала января ведет новый подрядчик. Сотрудники заранее, еще в декабре, во взаимодействии с МБУ «Дорожное хозяйство» ознакомились с территорией. Сейчас работают в штатном режиме. В первой декаде февраля синоптики прогнозируют снегопады, поэтому готовиться к капризам погоды лучше заранее, отмечают сотрудники дорожных служб. Со специалистами МБУ «Дорожное хозяйство» делаем совместный мониторинг. Если где-то какие-то появляются недочеты, мы максимально быстро, в короткие сроки их устраняем. Проезд вдоль больницы Середавина от дома номер 161 по улице Ташкентской до Московского шоссе привели в порядок в прошлом году благодаря средствам нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Площадь ремонтных работ на участке дороги в 450 метров составила 4600 квадратных метров. Там заменили колодцы и дорожное покрытие. В зимний период происходит содержание, то есть это уборка покрытия проезжей части от снега. Данный вид работ способствует как увеличению проходимости на данном участке автомобильного транспорта, так и сохранности элементов дороги. В этом году в Кировском районе у нас вышел новый подрядчик, поэтому внимание к нему уделено особое. По словам автомобилистов, именно такие участки дорог, как этот проезд, к медучреждению необходимо своевременно расчищать, чтобы прежде всего машины скорой помощи могли свободно подъехать к больнице. Медикам порой важна каждая секунда, ведь они спасают жизни людей. Дорога тут обязательно должна быть, потому что это заезд в больницу, и чтобы скорые спокойно могли проехать. Сегодня заехал достаточно оптимально, нормально. Уборку на объекте важно выполнять не только качественно, но и бережно. Во время работы тяжелой техники дорожные службы не должны допускать повреждений элементов благоустройства, покрытия, ограждений, знаков, бортовых камней. Это правило необходимо соблюдать, чтобы отремонтированная дорога прослужила как можно дольше, а подрядчику не пришлось проводить восстановительные работы. Напомним, что в прошлом году в Самаре в рамках реализации дорожного нацпроекта привели в порядок 37 участков общей протяженностью 57,5 километра. В предстоящем дорожном строительном сезоне 2023 года к обновлению запланировали 41 участок дорог местного значения. Работы начнутся с установлением постоянных среднесуточных положительных температур наружного воздуха. Многоступенчатый контроль организуется на всех этапах работ. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Сергей Баскин. События.